Всем большой привет! Показываю площадку для отправки готовой продукции Прокопьевского завода, производителя котлов «Комфорт». Это котлы, которые ждут отправки, отопительные твердотопливные угольные котлы, которые подготовлены для отправки. Уже покрашены, стоят на площадке. Вот такие вот красивые котлы длительного горения. Это котлы, работающие на любом твердом топливе и с длительностью горения до 9-10 дней. В отличие от карбороботов, стоящие на порядок дешевле. Будем делать обзор по этому предприятию и дальше более подробно опишем сам процесс производства.